Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW F10. Ремонт левой стороны. Итак, владелец разобрал часть салона, снял двери и переднее крыло. Установил машину на стапель. Самое большое повреждение – это передняя стойка. Ладно, начнем. Пробую немного потянуть. Вытянуть не получается из-за сильно поврежденных усилителей. Теперь удалю весь поврежденный металл в этом месте. Итак, мятый металл удален. Теперь мне нужно подровнять днище и усилитель порога. Сначала вытягиваю.
Делаю необходимые мне измерения. Все прекрасно. Теперь удаляю остальной поврежденный металл. Итак, все чудненько. Теперь мне нужны детали для замены. Я возьму их с донорской части. Все нужные детальки есть, и все я должен буду сварить. Это мне не нужно. Ладно, начнем сваривать.
Внутренние элементы сварены. Теперь устанавливаю боковую обшивку и выравниваю места соединений. Снимаю боковинку и зачищаю краску для сварки. Теперь все в порядке. Ставлю обратно и свариваю. Замазал грунтом сварочные швы, и на этом сварочные работы закончены. Немного герметика. Последний шаг, ставлю двери и крыло. Моя работа закончена. На эту работу ушло 65 часов.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!